Тест на ВИЧ за 10 минут. Сегодня в центре города каждый желающий мог пройти обследование на опасную инфекцию. В Хабаровске состоялась акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. ВИЧ-инфекция чем характеризуется? Тем, что невозможно почувствовать в себе развитие заболевания. И болезнь очень долгое время может быть в организме человека и никак себя не проявлять. Студенты Анна Наринская и Дмитрий Дегуров встречаются практически год. Молодые люди доверяют друг другу и вместе решили пройти экспресс-обследование. Интересно узнать тоже, есть ли такая опасность у себя, заражение кого-либо. Процедура экспресс-анализа занимает несколько минут. Для исследования кровь не нужна. Достаточно тестом провести по деснам и опустить его в пробирку. Как тест на беременность? Примерно так же. Только определяем антитела к ВИЧ. В С-зоне это у нас контрольная полосочка, в Т-зоне это будет уже лично ваше. По статистике, в России число инфицированных составляет почти 1 000 000 человек. В крае заражено порядка 3 000. И с каждым годом число заболевших только увеличивается. Ситуация достаточно напряженная. Мы прогнозируем где-то в 1,5 раза рост числа новых случаев за 2015 год. В большинстве случаев ВИЧ передается половым путем. На втором месте нестерильные инъекции и переливание крови. Для выявления новых случаев в Хабаровском крае действует программа обязательного тестирования. В нее входят категории граждан, которые должны проходить обследование раз в год. Это беременные женщины, это лица, которые употребляют наркотики, это больные туберкулезом, это те лица, которые подлежат госпитализации на оперативное лечение. Профессиональные группы риска – это медицинские работники сегодня, оперирующие хирурги. В прошлом году в крае список ВИЧ-инфицированных пополнили 250 человек. В этом уже около 300. Как уверяют врачи, лучшая защита от вируса – профилактика. Сдать анализы и при необходимости получить лечение можно бесплатно в краевом центре СПИД. Анастасия Пицион, Алексей Игнатьев, Хабаровская студия телевидения.